Guten Tag, ich heiße Дарья Демиллер, ich bin 23 Jahre alt. Это все, что я могу сказать на немецком, без словаря и шпаргалок. Я российская немка, и таких же, как я, в стране более 400 тысяч человек. При этом Алтайский край по численности русских немцев на первом месте в стране. Нас здесь больше 50 тысяч. Объединяет нас, к сожалению, не язык и традиции, а организация, которая занимается как раз сохранением языка и традиций. Автономия немцев Алтая. По краю существует 12 национальных автономий, работает 44 центра немецкой культуры, 20 молодежных клубов. Также в каждом районе есть фольклорные коллективы и проходят занятия по немецкому для детей и взрослых. Для кого? Для всех желающих. Для всех желающих, и здесь надо иметь в виду, что у нас подразделяются курсы, есть для взрослых, всех желающих, причем не только российских немцев. Мы, конечно, так сказать, стараемся, чтобы российских немцев как-то больше туда ходило, но, в принципе, мы принимаем всех. Как правило, многие российские немцы языка своих предков, так же, как и я, не знают. Далеко за подтверждением ходить не пришлось. В нашем холдинге работает больше десятка коллег с немецкими фамилиями и родословными. Это же язык все-таки отца и язык дедов, которых выгнали из их места обитания начала Второй мировой войны, и, конечно, это налагает определенную ответственность, потому что они идеально говорили по-немецки. Хочется выучить язык, конечно. Стыдно, конечно. Мне, честно говоря, больше нравится английский, просто потому что мама моя, которая немка, на самом деле, она всю жизнь в школе преподавала английский язык. И немецкий она знала, конечно, но разговаривала на нем со своими родителями, когда приезжала, ну, со своими сестрами, братьями, когда приезжала в Новосибирскую область. Мне было интересно просто послушать, но не было интересно, наверное, говорить на этом языке. У меня не было... Честно сказать, мне он не очень нравится. Мне кажется, он не очень красивый по звучанию. Может быть, мне так кажется, конечно. 2 года назад я первый раз посетила все-таки Германию, о чем никогда и не думала, и не хотела. И удалось пообщаться уже с носителями языка, да, что-то вспомнилось из школьной программы, приятно, что я это не забыла. Вот, потом по возвращению у меня даже возникло желание посмотреть какие-то YouTube-курсы, да, какие-то упражнения, может быть, даже попробовать. Ну и, собственно говоря, на этом все. Немецкий язык знаю, помню. Когда переехала в Россию, да, оттуда по-русски я не разговаривала вообще. Вот. И долгое время, наверняка лет до 5 точно, то есть играла на немецком, в куклы, говорила только на немецком, продукты называла на немецком. Ну, потом как-то вот постепенно это все дело смешалось у меня с русским языком. Сейчас я язык все еще помню, когда туда приезжаю, я понимаю. Но вот говорить уже на самом деле не так хорошо, как это было там даже буквально там, 10 лет назад. Как и 10 лет назад, автономия организует праздники, помогает пенсионерам. Например, обеспечивает лекарствами нуждающихся и организовывает поездки в санаторий. Получающим помощь необходимо быть старше 63 лет и иметь соответствующие справки. Деньги на все это выделяют из бюджета Германии. В этом году Россия получила 8 миллионов евро. В наших рублях это почти 580 миллионов рублей. Алтайскому краю из этой суммы полагалось 500 000 евро. Как всегда, это около 35 миллионов на наш рубль. Немецкому национальному району полагается треть от суммы, что выделяется на регион. Остальные районы за деньги должны бороться, выигрывать гранты. Чисто на немецкий район, если сложить все средства, то это где-то порядка 8 миллионов рублей. Конечно, основные как бы средства уходят на курсы и клубы. Это изучение языка, это ведение культурно-массовой работы, это кружки. Есть некоторые центры, которые получают, ну вот, например, в год 1015, не больше. Некоторые вообще ноль получают. У нас есть ведущие, да, преподаватели, которые получают зарплату. Это вот все от автономии идет. Вот эта сумма входит в автономию, которую она осваивает, автономия. Вот у нас порядка больше 2 миллионов за прошлый год было. Финансирование мы получаем на проведение Рождества и Пасхи. Это со стороны Международного союза немецкой культуры. То, что вот касается преподавателей, которые ведут курсы немецкого языка, а также прикладное творчество. И вот те гранты, если мы вот выиграем какие-то гранты, мы их проводим. Вот чуть больше миллиона, 1 100 000 000.
Барнаульские немцы тоже не шикуют. У них нет своего здания, приходится снимать офис. Из российско-немецкого дома их попросили удалиться еще в 2017 году. Говорят, что так решил тогда губернатор. Дошло до того в 2017, что руководителей автономии, представителей Международного союза немецкой культуры, а деньги-то шли через Международный союз, позвали в суд и сказали: а вы там сидите незаконно, а почему вы там сидите? Потому что, так сказать, это уже сложилось многие десятилетия, это нынешнему законодательству не соответствует, так сказать, вы отсюда выселяетесь, и вот вам еще и штраф. А какой штраф был? Штраф был 20 тысяч рублей. Большинство российских немцев сослали на Алтай с Поволжья. Мои же родственники приехали из тогда еще Ленинграда. В начале Великой Отечественной мою прабабушку Ольгу Федоровну и Демиллер с родителями, тремя братьями и сестрой отправили в Кытманово валить лес. А первые мои родственники приехали на русскую землю по просьбе Екатерины II весной 1763 года. С тех пор жили и работали здесь, в России. Моя прабабушка была немкой. Я помнила даже, как в детстве она читала мне сказки на немецком. Да и в свидетельстве о рождении у меня написано, что мой отец немец. Но сама себя немкой я никогда не считала. Впрочем, ровно так же, как не чувствовала себя русской. Я чувствую себя российской немкой, но я чувствую, что я отличаюсь от других русских людей, которые живут здесь. Я никогда не хотела переехать в Германию, потому что я знаю, что я никогда не буду там своей. Хотя мне нравится Германия как страна, люблю немецкий язык. В 90-х с этим чувством боролись решительно. Российские немцы уезжали жить в Германию. Тогда Россию покинуло 1,5 миллиона человек. Все, кто имел немецкие фамилии или далекие корни, были там желанными гостями. Семьи приезжали с маленькими детьми, без знания языка, им даже оплачивали перелет. Сейчас этническим немцам уехать в ФРГ на ПМЖ гораздо сложнее. Сначала нужно заполнить анкету. Там спрашивают, есть ли у вас родитель немец и жили ли ваши предки в России во время Великой Отечественной. После собрать документы, которые подтверждали бы эти факты. А потом сдать экзамен на уровень немецкого. Он должен быть не ниже, чем B1. Это так называемый пороговый уровень. Вот, к примеру, Алина Эргарт уехала в Германию в 2017 году. Сначала вдвоем с дочкой, после к ним уехал и муж. Сейчас они получают образование, потому что их дипломы там ничего не значат. Язык. Сначала немецкий, потом английский в течение учебы. Чужая страна, можно сказать, все новое, все. Нужно учиться всему заново. Сейчас я получаю образование, специальное, абитур называется, которое заменяет немецкую гимназию. Вторая возможность получить высшее образование для людей, которые имеют, например, среднеспециальное образование. Ну, с тем образованием, которое я сейчас получу, я могу поступить в институт или университет. Но не все находят в себе силы начать жизнь в Германии с нуля. Многие возвращаются обратно. Объяснять в консульстве России, почему им хочется вернуться, самое сложное. Вообще не все поздние переселенцы отказываются от российского гражданства. Так и живут с паспортами двух стран. Поэтому и вернуться могут в любой момент. Мне на исторической родине пришлось побывать лишь однажды, полгода назад. Вот несколько фото. Это я во Франкфурте на Майне. Ездила по одной из многочисленных программ Международного центра немецкой культуры на 10 дней, учить немецкий. Но там я чувствовала себя туристом, а здесь ощущаю себя немкой. Но уезжать в Германию пока не планирую. Дарья Демиллер, Николай Шелко, специально для телеканала «Толк».